Мужчина, представившийся охранником Василием Павленко, единственный человек, ожидавший гостей по адресу компании должника. Препятствовать законным действиям приставов-исполнителей он не стал, предложив практически экскурсию. А сейчас вообще ничего нет. А сейчас ничего нет. А там можно вот если там откроете? Открою, в цех можете зайти, можете вокруг обойти. Могу там, ну там так вот состояние такое. Компания «Конструктор Славич» существует с 1994 года. Занимается производством металлических строительных конструкций и изделий. Но работает производство лишь на бумаге. На деле простой уже больше года. И каждый месяц приезжали вот эти самые электроэнергию проверяли. Ну, еще представители приезжали, наверное, хотели купить завод. Посмотрели, пока, не знаю, не договорились, наверное. Вместе с представителями Ярэнерго приставы обошли всю территорию предприятия. Ценного ничего не обнаружили. Приняли решение описывать то, что есть. Так что мы арестуем два нежилых здания. Примерно это на 6 миллионов. Арестовываем. Для оформления документов пришлось подняться в офисные помещения, расположенные на третьем этаже описываемого здания. Бухгалтерия, отдел кадров, а также кабинет директора находятся в заброшенном состоянии. Удивительно, но это предприятие не числится банкротом. При этом хорошо видно, что нога человека здесь не ступала довольно давно. Судя по брошенным документам и оргтехнике, сотрудники этого предприятия покидали свои кабинеты едва ли не в панике. Сегодня судебные приставы Межрайонного отдела по особо важным исполнительным производствам наложили аресты на два помещения предприятия ООО «Конструктор Славич» на общую сумму 6,5 миллионов рублей. На исполнении судебных приставов находится несколько исполнительных производств в отношении ООО «Конструктор Славич» о взыскании задолженности за электроэнергию в пользу Ярэнерго. Теперь полную оценку арестованному имуществу предстоит дать экспертам, после чего у должника будет 10 дней на обжалование или погашение долга. В противном случае производственное здание уйдет с молотка. Но, похоже, руководство конструктора Славич давно смирилось с таким поворотом событий. Дело до заброшенных помещений есть только у Василия Павленко. Ему платят зарплату в подмосковном частном охранном предприятии. И мужчина свою работу выполняет исправно. Вагиз Загидулин, Дмитрий Баранов. День в событиях. Переславль-Залесский.